Всем привет, с вами я, Настя Алпец, МЛП, и сегодня мы будем говорить о моих суперских новинках. И это новинки мои, две куколки, один самолетик и один стаканчик. Это, конечно, для малышей, но папа говорит, что я буду коллекционировать все игрушки, потому что я коллекционер. Но, думаю, я не знаю. Подумай об этом. И первое, что у нас идет, это стаканчик. Он не маленький, как вы подумали. Он большой. Секунду. Тут написано. Белхавен. Бревель. Тут написано. Истери. 1719 год. Думаю. Из него очень удобно пить. Дальше идут куколки. Первая куколка такая вот. На обратной стороне милашка Сани. А вторая куколка тоже милашка Сани. Это у нас такая вот куколка. И напоследок самолетик. Сейчас я вам кое-что покажу. Смотрите, тянем за веревочку здесь веревочкой. И вот. И также колесики двигаются, когда тянем. Вон, двигается. То есть он так вот. Ну, летит как будто бы. Вот. Это были все мои новинки. Вы подумали, что я сейчас заканчу видео? Нет, конечно. Мы же должны их распаковать. Вы что? Начнем с этой куколки. Итак, давайте распакуем. Так. Она очень интересно запакована. Так. Ага. У нас здесь скотч. Надо сбегать за ножницами. Итак, я принесла ножницы. Сейчас мы разберемся здесь. Да, этот скотч крепко заклеен. О, все, открыли. Достаем и мармелад. Итак, мы не повредили коробку. Ура! Так. Так. Вот она, наша куколка. Очень такая, секунду, интересная. Ручки двигаются. Ножки тоже. И башка тоже. Платье у нее какое-то загадочное. Какое-то оно не настоящее. Ну вот. Но волосы, конечно, шикарные. Да. Вот. Так. Давайте посадим ее в коробку. Вот мы ее положили.
Давайте попробуем дрожжи. И тут написано ВК. Так, тут написано натуральные красители. Масса нетто 10 грамм. Без ГМО. Ну и состав, и траливали. Ну, давайте же попробуем. Так. И нам вышла вот такая. Розоватая. Давайте попробуем на вкус. Вкусно. Клубника. Очень суперска. Отличные штучки. Давайте же к другой перейдем. Я тут сразу же открыла руками. Вот, и давайте ее вытащим. Тоже коробку не повредили. Давайте же посмотрим на куклу. Эта кукла более красивее, и платье у нее как бы, ну, настоящее. Не как у той коробочки. Конечно, у нее рога, ну или как эти штучки называются, я не знаю. Тоже у нас в классе иногда накручивают волосы, от нефиг делать. Вот руки, ноги и голова и тоже двигается. Вот. Извините. Так. Да суйся ты. Так вот. Ну, блин. Ай, ладно. Дрожжи мы пробовать не будем, так как мы уже знаем, какой на их вкус. Итак, и последнее это у нас... Это самолетик. Картон. Ну, картон. Тут написано happy. Веселый. Ну, тут, в общем, все намагничено. Ну, не намагничено, нам только раскрыть вот это. Вот. Бортик. Вертолетик, конечно, мешается. Ну, не вертолетик, а как называется? Так. Опа. Что это было? Ничего себе. И, ребят, я, походу, стекло разбила. Так. Сейчас попробуем вставить, если это не вставляется, то я не знаю, что делать. Или это... Так, как засунуть-то, господи? Так, ладно, не буду трогать, пускай так. Вот такой вот паровозик. Ой, паровозик. Говори, самолетик. Привыкла на самолетах. Ой, господи, короче, ясно было. Да? Ладно, трогать не буду. Ну, вот такой вот самолет. Так, вот такие вот дрожжи. Так, сейчас. Давайте попробуем. Одну стульчик. Нам опять выдалась красная. Если только сосать. Потому что жесткие. Нам очень. И тоже, знаете ли, безвкусные какие-то. Безвкусные. Что-то не чувствуется ничего. И вот это все мои новинки. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Вы увидите много нового. Если мне наушники подключат, ну, может, я буду снимать летсплей. Если, конечно, это будет дано. И в первом, что это будет Five Nights at Freddy. Потому что это популярная игра. Ну и вот. И если будет звук хороший. Вот. Так что всем пока и удачи.